водителя тоже, чтобы он машину перепарковали, потому что стоят под знаком. Домнуле, вы паркаться на отлог, вы спустил всем, третий репентрупи той, ну, схватейший дистат. Так не имейте стоять знак. Пешеходный переход. Вы знаете, что нельзя остановиться в зоне 5 метров до него? Хорошо, перепаркуйтесь, пожалуйста. Ребенка укусила оса. Ты вот можешь постоять и повторить. Да я понимаю, ребенок не дает права вам нарушать правила дорожного движения и становиться на пешеходном переходе. Да, фиксирую. Привет всем. Да, почитайте комментарии. Встаньте повыше и ждите вашего ребенка. Хорошо. Или я отдам данные полиции, штраф получите. А полиция быстро оформляет штрафы у нас. Почитайте комментарии у нас на канале «Водить по-молдавски» Никола МД. Да я зайду где у тебя? На чем? На ТикТок или на Ютуб? Ютуб, Телеграм канал. Есть прямой эфир сейчас? Нет, это я делаю запись, потом выставляю. Ну. Очень много интересного почитайте о себе. Хорошо, спасибо. Ну лучше перепаркуйте, пожалуйста. Очень. Я согласен с тобой, я уеду. Да. Но вы стоите до сих пор, понимаешь, вы не имеете права здесь стоять. Можете стоять там повыше и ждать ребенка беспроблемно. Но не на пешеходном переходе, это некрасиво с вашей стороны. Вам хорошего дня. Спасибо тебе, и вы, чтобы были здоровы. Вот встал вот здесь вот и не ребенка. Я понимаю, что ты хочешь ребенка забрать, оса укусила там. Непонятно что, где и как. Но это не дает права перекрывать пешеходные переходы. Потому что сегодня здесь у нас концерт, как я сказал. Вот и так вот тоже. Уникальный водитель. Это у нас КЛ-W700. Ну, данные я отдам полиции. Штраф ему оформят. Стоянка на перекрестке. Стоянка на пешеходном переходе. То есть два нарушения. Интересные водители у нас. Просто офигеть. Вот малыш подошел. Ну, сказали, его оса укусила, но что-то не видно, чтобы... Оса укусила. А, ясно. Другого оса укусила, но его не видно, чтобы оса укусила. Ну, а здесь вот машина выезжает. Вот такая вот интересная ситуация. Хоть не грубил, не дерзил, там, не угрозы сыпал, как у нас есть такие... Стоят в лицо передо мной и говорят, что меня найдут. Вот. И смотрите, какая помеха для выезда бусика. Ну, совсем никому не мешает. Совсем никому не мешает.